Друзья, в продаже у нас появилась Toyota Camry 2018 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 2,5 литра, 181 лошадиная сила. На автомате, на переднем приводе. Автомобиль имеет оригинальный ПТС в отличном состоянии, как технически, так и косметически. Хорошая комплектация, на литых дисках, омыватели фар, противотуманная LED-оптика, повторители на зеркалах. Парктроники, камера заднего вида, бесключевой доступ. Внутри у нас 4 автоматические электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, кожаный светлый салон в идеальном состоянии, электропривода передних кресел, кнопка открытия багажника, обогрев лобового стекла, мультируль. Штатная мультимедиа, система старт-стоп, климат-контроль двузонный, обогрев заднего, обогревы зеркал заднего вида, электроручник, подогревы передних кресел, сзади у нас также электростеклоподъемники, 3 места с подлокотником, с двумя подстаканниками, дефлектора подачи воздуха, 2 USB-порта для зарядки гаджетов. Автомобиль в отличном состоянии, в хорошей комплектации, с оригиналом ПТС, 2018 год, бензин 2,5.